Ахмед Будунов готов был целыми днями работать, чтобы прокормить свою семью, жену и 3-летнего ребенка. Но молодой человек, полный энергии и сил, в одночасье оказался инвалидом. Несчастный случай. Ахмед упал с большой высоты во время работы на стройке. Страшный диагноз – перелом 5-го и 6-го шейного позвонков – для матери Будунова прозвучал, как гром среди ясного неба. В свои 26 лет Ахмед потерял способность передвигаться. Сегодня он прикован к постели. У него поломана спина. 8 месяцев лежит неподвижно. Уже нет сил моих. Ничего не могу сделать. Одна надежда на то, что помогут люди и врачи. Ахмеду сделали операцию в отделении нейрохирургии Республиканской клинической больницы, но поставить на ноги не смогли. Слишком сложный перелом. За 8 месяцев, что Ахмед лежит, он смотрит только в потолок своей комнаты и молчит. Слышит переживания матери, но поддержать ее не может. Единственный выход – операция за рубежом. Сложнейшая и слишком дорогая для семьи Будуновых. Тот, кто оживил одну душу, он как будто оживил все человечество. Из хадиса исходит и тот, кто поможет оживлению. И наш брат к нам сегодня обратился с помощью, действительно, у него тяжелое положение, и мы реально можем помочь, потому что и за границей есть люди, операции, которые возможны, и дело упирается только в финансовых средствах. 5 миллионов рублей – именно столько понадобится для операции и дальнейшего лечения больного. Родственники Ахмеда обращаются ко всем тем, кто может помочь хотя бы рублем. Это банковский перевод или платеж через терминал. Когда мы помогаем человеку, который нуждается, это будет как раз таки не просто садака с нашей стороны этому человеку, это будет садака самим себе. Поэтому, дорогие братья и сестры, наш брат Будунов Ахмад попал в беду. Он нуждается в помощи братьев-мусульман и сестер. Давайте же вместе поможем этому человеку, и каждый из нас сделаем то, что он в силах это совершит. Каждый рубль, поступивший от телезрителей, пойдет на лечение Ахмеда, гарантируют родственники. Пожертвования и поддержка людей прибавят силы и матери парня, которой осталось только надеяться на чудо. Фатима Назаралиева, Шамиль Гасанов, Вести, Дагестан.